Ярко прямо сейчас. Начинает он с бэк-клипа. Барфин смотрит. Леплеер Квотере. И Барфинчики пошли. Фендер и Квотере. Считается в его взгляде решимость и уверенность в своих трюках. И что же будет дальше? Итак, я требую поддержки для Антипова Севы! Уважаемые зрители! Создается впечатление, что сейчас проходит контест соревнования среди профессионалов. Но это всего лишь еще любители представляют, что вас ждет дальше. А дальше вас ждет завершающий трюк от Антипова Севы. Давай, у тебя буквально 9 секунд осталось. Один трюк. Если в течение 8 секунд он не будет исполнен, оставь его по себе. Плеер на фейке, попытка, я бы дал тебе с радостью еще больше времени на трюке, но, к сожалению, не могу. Антипов Михаил жаждет и торопится ворваться в этот парк.